Ого, это я, слышишь, мужик. Подожди, это Халк какой-то или кто это? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Гуф, Васаби Скромник, Куёка, Чебузаврик, Сидор, Фазер, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Вышли крутецкие моды на NPC с игры Halo, поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас какой монстр самый крутой. Поехали. Ну что, пацаны, первый у нас Flute Courier. Так, что он может? Это что за чубок? А я не знаю, давайте просто сначала поизучаем их, а потом они будут нас дамажить. Просто ходит. Ну что, пацаны, я сделал так, чтобы он нас атаковал. Посмотрим, что они умеют. Нифига себе с него выпало. Видели, сколько челиков? Мочите их, мочите. Короче, ребята, используем то же оружие с Hello игры. Поэтому у нас все сегодня по тематике. Всех убили? А, нет, еще есть. Все пробили. Нифига себе, прикольные NPC-шки. Мне нравится. Да, они вроде тебя в зомби превращают. В зомби превращают, точно. И он с оружием идет? Да, с твоим оружием. Дофигеть! Дофига! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень крутое и актуальное. И надеюсь, у нас это получается. Так, ребята, ну что, давайте шутки прочь. Сейчас, ребятушки, я возьму очень мощное оружие. Ты, скотина. Прощай. Ребята, красивый выстрел. Ой-ой-ой, разлетелся. Так, хорошо, аннулируем карту, потому что это прям битва. Обратите внимание, поставил одного NPC, и уже началась просто война с одного. Следующий у нас Flute Combat. О, это сразу вот этот, который выпал. Это зомби, да. Да-да-да, нифига себе он прыгает. С оружием ходит, да ладно, ты что, читер? Круто, кто его сжег. Смотрите, как прям сделана анимация, они прям разлетаются на куски. Это просто 5 из 4. Это прям лучше, чем ожидалось. Ну что, Flute Combat, Жиратхан какой-то. Ого, это я, слышь, мужик. Подожди, это Халк какой-то или кто это? Это этот. А что он может? Подождите, давайте посмотрим, как он дамажит. Это какой-то улучшенный этот. Нифига себе, он прям болит. По голове прыгает. Ай, больно. Мне интересно, оружие заберет или нет? Смотри, смотри, что делает. Он просто меня ударит, он дамаж. Бум. У него спарили. Офигеть. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика я поставлю всех NPC, и мы против них будем воевать. Это будет очень круто. Flute Combat Sunshine. Невидимый, да ладно. А где он? Вот он прыг... А где он? Подождите. А, вот он меня дамажит. Но его как-то видно. Неплохо, неплохо. Даже не знал, что невидимый NPC у нас есть. Кстати, ни разу такого еще не было, что невидимка прям круто атакует. Все, мы его сожгли. Видно, как кишки горят. Flute Combat Синджей. О, так это невидимый с оружием. А где он? Ах ты тварь. Смотрите, дамажил меня красиво. Так, давайте оружие возьмем против него. Я думаю, что вот этот будет вообще прекрасно. Где он? Мы его убили, да? Да, вроде. Да, убили. Кстати, они после смерти превращаются в рэгдолл. Flute Combat Spawner. Ладно, спаунер мы не будем ставить, потому что я представляю, что это будет. Flute Edge Suck. Так, внимание, что он делает? Давайте я понажимаем на него. Может, что это за такие кусок? Кусок кишок. Ой-ой-ой, прикольно. Разлетается только так. Отлично. А, не отлично. Еще один. Слышь, отвали от меня. Эй! Автомат, перезаряжайся. Эй, да успокойтесь. Звуки этих автоматов. Да блин, прикольно сделано. Хорошо. Flute Hive Mint. Нифига себе! Вот это прикольный NPC-шка. Ребята, обязательно в конце ролика напишите, какой NPC больше вам всем понравится. Все, мочим его. Мочим, мочим, все стреляем. Сколько у него жизни, интересно. Эй, кто меня дамажит? А, мы, наверное, перекрестный огонь.
Да сколько у него жизни? Скорее всего, если по вот этим каким-то более желтоватым, сколько по ним надо стрелять? Так, я понял. Сейчас мы возьмем оружие какое-то поярче. Нет, это будет очень читерски. В зомби превратило меня! Смотрите, анимация есть. Короче, надо, блядь, делать подробный прям обзор этого мода. Потому что, смотрите, я перевоплотился с оружием. И пошел. Я не могу управлять, да? Ай-яй-яй, я горю. Им-то где, я тебя убью. Так, чем же его поломать? Хорошо, ребята, у нас есть оружие, которое всегда может сделать чудеса. Давайте проверим, 7000 жизней или нет. Я уничтожил его, ребята. Смотрите, как прикольно анимация сделана. Вам видели, да? Это монетка. Это монетка. Flood Infection Form. Infection. Ой. Так, понял. Flood Infection Spawner. Ладно, не будет. Flood Mortar. Стреляем. Блин, я отравленный, пацаны. Так, надо что-нибудь эпическое кинуть в него. А, да, можете мочить его. Монеткой, может быть? Не, монетка уже была. Знаете, что надо? Надо не монетка, надо... Администрирует. Ты думаешь? Ну, можно и петух админский. Это было красиво, ребята. Такое я люблю. Flood Ranger. Ranger. О, что это за челепиздрик? Эй, успокойся. Чем он стреляет? О, у него шипы, смотрите. Так, интересно, я в зомби превращусь или нет? Нет. Так, подождите, пацаны, не стреляйте. Давайте проверим, что будет, если он меня превратит. Неплохо. Да-да, может, как пулемет какой-то. А, просто убивает. Просто убивает. Слышь, тварь, успокойся. Не умирает. Блин, ну анимация смерти прям шикарнейшая. Flood Spawner, Flood Squad Type A. О, прям слова этот. Армия. Мини-армия. Это отряд. Так, хорошо, давайте возьмем оружечку. У нас есть, например, красные гранаты. Что, подлецы, вы же не такие умные? О! Мне кажется, ты слишком умный для них. Все, смотри. Ребят. Эти гранаты какие-то читерные, они все убивают. Ну смотри, как прикольно разлетается, это же эпично. Я наоборот дело, чтобы разнообразный ролик был. Разным оружием мочу. Прикольно, остаются прям кишки из жопы. Так, продолжаем, ребята, потому что это еще не конец. Flood Squad Type B. Ух ты, это прям пожестче. Вместе с Халком нападают. Пацаны, ну что, давайте мочим их. Не будем мелочиться, да, сразу? Надеюсь, я выживу. Дим, тут еще невидимка. Да? А я сейчас и подлечу. Ну что, красиво я это сделал, ребятушки. Дим, ты из GTA орбитальную пушку достал? Да. Так, нифига себе, они еще возрождаются. Прям какие-то читерские NPC-шки, я не знаю, это с Halo, я игру эту не играл, но я так понял, что там NPC крутые. Flood Stalker Form. Похоже или нет с игры? Они очень похожи. Прикольный монстр. Видите, что он делает? Как разлетается красиво. Так, Flood Tank Form. Это он не запрещен. Давайте стрельнем красиво базукой. Ой, красиво! Мне понравилось. Давайте зарядимся. Это еще раз загасанем, только уже другого NPC-шку. Ну что, у нас теперь есть Pur Flood Spawner. А, это все спамнеры. Ну что, ребята, как и обещали, в конце ролика у нас будет жесткая битва. Ребята, запасайтесь пока мисс оружием, а я их буду расставлять. Ребята, ну что, я поставил всех NPC по одному. Спамнеры не решил ставить, потому что будет просто вахханалии. Скорее всего, что Гарриспот не потянет то, что мы тут затеяли. Последняя волна. Все NPC одновременно. Погнали. Ого, пацаны, с пушек гасят. Ребята, мы не должны допустить войны. Ну что, держи красивая РПГшечка. Бум, не попал. Так, надо защищать фланги. Бежит, бежит, бежит. Я не пропущу. Развалили, молодцы. Бум.
Ай-яй-яй-яй-яй, дамажи, челепиздрик пришел, помогите. Тварь. А, нет, больше зарядов. Ах ты тварь, а. Отвали от меня. А, я зомби превратился, я не смог. Офигеть, все-таки смогли превратить меня в зомбака. Блин, ну это жестко, это жестко. И мы допустили заражение. Да, кстати, допустили, да? Да, допустили заражение, много кто заражен. Поэтому, ребята, сейчас мы сделаем красивую эпическую зачистку карты. Вы готовы? Взрыв? Я пару бомб только скину, небольших. Бомбочки маленькие. Три, два, один, ноль. Пуск. Эй, бомбы. Не просирайте. О, все, полетело. Может, в бомбке побежим? Ой, я не знаю, что-то многовато накинул, но я думаю, сейчас взорвутся. Ой-ой-ой, что я наделал? Ну, вроде бы нормально. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. И еще.